Свыше 8500 многоквартирных жилых домов в Свердловской области обновлены в рамках региональной программы капитального ремонта за 9 лет. Жилищные условия улучшены для 314 500 уральцев. Такие данные привел министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. Он отметил, что программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов успешно реализуется. Ежегодно обновляется порядка 700-800 домов. Это разные виды ремонта. От обновления фасада и крыши до полного восстановления и замены инженерных сетей. Первоначальный период реализации программы был определен на 30 лет до 2044 года. Сейчас региональным нормативным правовым актом период действия программы продлен до 2053 года включительно. В программу попали 28000 многоквартирников общей площадью почти 98 миллионов квадратных метров. У большинства из этих домов фонд капремонта формируется на счетах рекоператора, рассказал Николай Смирнов. В текущем году капитальный ремонт выполнен на 765 многоквартирных домах. Улучшены условия проживания для почти 20000 жителей Уральского региона. В следующем году в план на проведение работ включены чуть более 1000 домов. Параллельно с капитальным ремонтом ведется замена лифтов, у которых истек срок годности. В Новоуральске ежегодно проходит капитальный ремонт многоквартирных домов. Это позволяет содержать жилищный фонд в надлежащем состоянии, обновлять его инфраструктуру и делать безопасными условия проживания новоуральцев. При капитальном ремонте в домах полностью обновляют инженерные коммуникации, ремонтируют крышу, монтируют новое покрытие, утепляют чердак, проводят ремонт фасада и подвальных помещений, а также меняют лифтовое оборудование. В рамках региональной программы в Новоуральском городском округе в 2024 году был запланирован капремонт общего имущества 39 многоквартирных домов. На сегодняшний день процент выполнения работ у предприятия «Комви» 98%, у ООО «МСК» 90%, у компании «Фаворит» 77%, «Кровстройсервис» 88%. Также в рамках региональной программы выполнена замена 16 лифтов в 10 многоквартирных домах Новоуральска.